Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту, который находится на предстарте. Дубльстрим в переводе «Двойной поток». Старт состоится, друзья, через 6 дней. Здесь идет отсчет времени. И сегодня мне пришло на почту письмо от проекта, от администрации, о том, что пополнение открыто и рекламные баннеры как бы тоже доступны. Я хочу рассмотреть маркетинг поподробнее и пополнить баланс на 100 рублей. Значит, что нам представляет собой маркетинг? Представляем вам систему «Двойной поток». Ознакомьтесь с маркетингом. В системе две площадки, которые активируются одновременно при оплате активации стоимостью 100 рублей. Сумма небольшая. В количество уровней, количество партнеров на уровнях, суммы начислений в двух тарифах полностью идентичны. Отличие только в том, что одна площадка, назовем ее «Пассив», заполняется в порядке очереди, то есть независимо, кто пригласил человека, а вторая площадка, назовем ее «Актив», заполняется за счет личных приглашений, переливов от вышестоящих и системы. В чем преимущество системы? Приглашая в площадку «Актив», вы автоматически заполняете и площадку «Пассив», тем самым активно продвигая очередь. Давайте подробнее рассмотрим. В площадках 5 уровней. 2 человека на первом уровне, 4 человека на втором уровне, 8 на третьем, 16 на четвертом и 32 человека на пятом уровне. Оплачивая 100 рублей, активируются две площадки. И актив, и пассив. Суммы в них одинаковы. Из 100 рублей 20 рублей идет пригласителю. Реферальный бонус. А 80 рублей идут на активацию площадок. 40 рублей на актив площадку. 40 рублей активация пассив. Покупка уровней полностью автоматически. При накоплении определенной суммы система купит за вас необходимый уровень. На первый уровень 2 продажи. Это 80 рублей. 32 рубля идут на вывод. 2 платежа по 16 рублей. 48 рублей идут на накопительный баланс для покупки второго уровня. Второй уровень 4 продажи. 192 рубля. 76 рублей идут на вывод. 4 платежа по 19 рублей. 115 рублей идут на накопительный баланс для покупки третьего уровня. На третьем уровне 8 продаж. Это 920 рублей. 368 рублей идут на вывод. 8 платежей по 46 рублей. 552 рубля идут на накопительный баланс для автоматической покупки четвертого уровня. Четвертый уровень. 16 продаж. Это 8832 рубля. 3532 рубля идут на вывод. 16 платежей составляет по 220 рублей. 5299 рублей идут на накопительный баланс для автоматической покупки пятого уровня. И на пятом уровне 32 продажи. Значит, составляет у нас сколько здесь? 1 миллион, так что ли, 695 568 рублей. 160 000 идут на вывод, 32 платежа по 5000 рублей. И 99 560 рублей идут на накопительный баланс для автоматической покупки 239 клонов в структуру пассив. Во как! Боже мой! Значит, клоны покупаются с обеих площадок, и они
будут идти только в площадку пассив для дополнительного движения в очереди. Общая сумма финансовой помощи в системе с одной площадки с вычетом стоимостью уровней 164 тысячи рублей. С двух площадок 328 тысяч. Ну, неплохо. Давайте перейдем в кабинет. Маркетинг неплохой, друзья. Войти в аккаунт. Значит, смотрите, здесь у нас что? Кнопка активации станет активной 2 февраля в 15:00 по Москве. На данный момент у меня 5 партнеров, и я хочу пополнить баланс, чтобы потом уже быть готовым, не дергаться. Так, вот здесь кнопочка будет активна 2 февраля. Значит, нажимаю вкладочку «Баланс», нажимаю «Пополнить». Так, пополнить. Здесь уже 100 рублей сумма стоит по умолчанию. Нажимаю «Пополнить». Перебрасывать на платежную систему Payeer. Рубли. Подтвердить. Небольшая комиссия. И далее по схеме. После продолжения. Я пополнила. Сейчас меня должно обратно в кабинет перебросить. Успешная оплата. Все, друзья, я пополнила баланс. Нажимаю бинар. И вот мой баланс. Вот мои 100 рублей. Мой баланс. Здесь у нас будет сколько заработано. Вот здесь наши партнеры. Значит, здесь, напоминаю, наша партнерская ссылочка. В настройках я указала свои контактные данные. Аватарку почему-то мне не установить. Вот. Значит, ну вот имя, фамилия, Skype и я ВКонтакте. Есть, друзья, группа ВКонтакте, и в группе есть ссылочка на чат ВКонтакте. Можно это все в группе перейти. Кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. Буду продолжать мониторить этот проект. Проект очень интересный. Вот. Ну, всем удачи, больших заработков. До новых встреч.